Партнер канала – компания «Везувий». Всем привет! Я, если честно, такого даже не предполагал. Такую красоту... Ой, ну только, знаете, на картинках в интернете, где-то там, в иностранных там сайтах. Ну, такого никогда я не видел. И то, что построили, это просто превзошло мои ожидания. А вы посмотрите, какие бревна, вы посмотрите, какая вообще эта красота. Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами компания «Бей баню Екатеринбург». Сдаем очередную красавицу. Баня 8,5 на 6 метров, плюс 2 метра террасы и жилая мансарда. Фундамент. Плита 9,5 метров на 7 метров. На 1 метр сделали больше. Далее цоколь из красного кирпича. Внутри цоколя монтируется водяной теплый пол. Далее все это цементной стяжкой заливается. Диаметр бревен доходит до 650 миллиметров. Смотрится все очень шикарно. А общий вид, сама архитектура бани выглядит, что большое бревно выглядит невызывающе. То есть как сблизи, так и издалека смотрится все эстетично. Сруб строганный, шлифованный, рублен в чашу. Покраска наружных стен сруба Aquatext Extra, цвет сосна. Торцы обналички и терраса палисандр. Терраса 2 метра, перила обычная доска, 25-я доска через доску, пол доска строганная 50-я, потолок вагонка, каркас брус, также на компенсаторах, крыша металлочерепица, общая длина по коньку 9,6 метров. Цвет шоколад, снегозадержатели по обе стороны и водосточная система. Фронтоны, блокхаус. Вот такая вот красота. Шикарных слов вообще нету. Так, друзья, мы внутри этой шикарной бани. Сейф-дверь Урал с терморазрывом, с дополнительной коробкой для двери. Баня у нас состоит из нескольких комнат. Это тамбур, санузел, помывочная, комната отдыха и парная. Деревянная дверь. Санузел. Также и техническая комната. То есть все автоматы у нас находятся здесь. Также вся сантехника. Закладные все трубы тоже у нас находятся здесь. Для бойлера установлена розетка. Окно 500 на 500. Пройдемте в комнату отдыха. Так, комната отдыха сразу бросается в глаза. Смотрите, какое большое окно. 2 метра на метр. Бревно у нас большое. Смотрите, как мы обогатили подоконник. То есть смотрится все единая такая конструкция. Он получился широкий. Также деревянная дверь, как в санузле и в техническом помещении. Печка. Мотор бани, конечно же, колпаков. Экран из красного кирпича. Также конвекционный лючок и вентилятор для дополнительного обогрева комнаты отдыха. Помывочная, такая вот скамеечка, как в парной, в санузле и в помывочной установлены окна деревянные, 500 на 500,
потолок вагонка через вент зазор и фольгу осиновой вагонкой, термосветильники, бак выведен в помывочную для горячей воды, чтобы лишняя влага не собиралась у нас в парной. Да, посмотрите, какая парная шикарная. Какая красота. Жаль, камера не передает всех этих ощущений. Полок. 70-я доска. Здесь печка колпаков представлена в облицовке талькохлорид. Защитили стены сруба, стены перегородок минеритом. Вот сюда можно будет добавить воду, а отсюда уже будем получать сильный-сильный горячий пар. Очень удобная штука. Вентиляция басту. Полок угловой. Итак, на первом этаже я вам уже все показал. Также в тамбуре лестница, такая вот с разворотом. Окно метр на метр. В тамбуре у нас очень светло. Отсюда вот такой вот вид у нас открывается. Пойдемте поднимемся на второй этаж. Даже здесь можно поиграть с пространством и разделить на две комнаты. Смотрите, какая красота. На этой стороне фронтона, так и с противоположной стороны, два ПВХ окна. Смотрите, какая красота. Огромное спасибо компании «Бери-баню». Сделано все на высшем уровне. Бригада мастеров, ну, если честно, я еще никогда с такой бригадой не сталкивался, с бригадой настолько профессионального уровня. Всем, кто считает, там, думает, строит самому, либо там выбирает компанию, я всем советую компанию «Бери-баню». И пускай это кажется немного рекламно, но на самом деле так. Поэтому, друзья, если вы хотите осуществить вашу мечту, построить баню, настоящую русскую баню, то мы вам поможем. Ну а пока мы прощаемся с вами. С вами была компания «Бери-баню». Желаю всем легкого пара. Пока-пока.